Samsung Galaxy Note 3, выпущен еще компаньон. Этот компаньон называется Galaxy Gear, часы, работающие на Android. Чем интересны эти часы? Да? Там, сейчас уже компаньонов достаточно много на рынке, чем эти часы отличаются от других? Да? Прежде всего, часы отличаются камерой. Встроенная камера, которая позволяет делать фотографии, и эти фотографии автоматически передаются сразу же в смартфон. 1,93 мегапикселя камера. То есть как это работает? Мы с вами просто... Нажимаем, делается фотография, немножко позже фотография оказывается в смартфоне. Там это первая функция. Вторая функция позволяет с этих часов совершать звонки. Да? Она не просто принимает сообщения, она еще и позволяет звонить. То есть мы идем в контакты, мы выбираем необходимый контакт, на который мы хотим позвонить. Вот идет звонок. Сразу начался звонок. Как говорить по этим часам? Говорить очень просто. Здесь есть динамик и есть микрофон. Давайте, наверное, продемонстрирую, как выглядит разговор по часам, потому что до последнего времени мало кто по часам разговаривал. Да? Разговор будет следующим образом. Вы идете, слушаете динамик, что вам говорят, воспроизводите текст. Микрофон очень чувствительный, этот текст видит. Соответственно, это очень важное отличие. Нужно заметить, что на старте продаж, часы появятся в продаже через неделю, Galaxy Gear будет работать с Samsung Galaxy Note 3. Но до конца октября выйдет новая прошивка, которая позволит часам Galaxy Gear работать также с Samsung Galaxy S4, S3, Samsung Galaxy Note 2. И, наверное, еще забыл упомянуть, что часы тоже сразу будут работать с нашим новым планшетом Samsung Galaxy Note 10.1. Модель 2014 года. Это мы презентуем тоже сегодня. Вы тоже можете посмотреть там сзади этот планшет выставлен. Ну, наверное, в двух словах. Про цена. Часы, все. Цена будет 14 990. То есть 24 плюс 14. 34 990. 34 990. Да. И 14 990. Это уже солид. Да, да. Но это, в общем-то, очень удобная вещь. Когда приходит смс, вы, соответственно, видите об этом уведомление, заходите, вам не нужно доставать телефон из кармана, чтобы читать смс, вам не нужно доставать телефон из кармана, чтобы звонить, да, у вас руки там всегда сильно свободны, у вас теперь есть еще одна камера, в принципе, снимки получаются относительно неплохие для такой камеры. Это очень... Спасибо. Очень хорошее устройство. Да, не за что.